PCP-винтовка Silcon MX-10S Kama Max 5. Поставляется в комплекте с правильной пружиной, двумя магазинами, масленкой и инструкцией. Интернет-магазин «Попади в десятку». Сделана винтовка в компоновке Bullpup, а ее пластиковая ложа покрыта камуфляжным рисунком. Резиновый тыльник приклада обладает цепкой шершавой поверхностью. Пластиковый подсечник надевается на планку вивера, и при желании его можно снять. Предохранитель расположен под рукоятью затвора на правой стороне. С этой же стороны расположен и манометр. Оптику можно устанавливать на металлическую планку. Рукоять имеет подпальцевые выемки, она симметрична. Заправочный штуцер находится на конце баллона, под стволом, и закрыт колпачком. Длина этой винтовки 650 мм, а весит она 2 кг и 600 граммов. У этой модели есть редуктор, а значит, во время расходования воздуха в баллоне стрелять она будет стабильно. Объем же ресивера здесь составляет 275 кубических сантиметров. На цевье снизу есть резьба, на нее можно прикрутить дополнительную планку. Модель имеет калибр 5,5 мм, и в ее магазин вмещается 12 таких пуль. Винтовки в нашем магазине продаются без лицензии, так как изначально они ослаблены. После усиления же данная модель, например, будет развивать скорость пуль до 295 метров в секунду. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку».